Привет, вы находитесь на канале Grand Nail. Меня зовут Набок Ирина. Покажу вам МК хром или металлик плюс металлизированные золотые полоски. Для этого я подготовила ногти клиента, сделала аппаратный маникюр, укрепила и выровняла базой, сняла липкий слой и зашлифовала ногтевую пластину. Данные золотые полоски я купила в магазине слайдеров «Орхидея». Ссылки на все использованные материалы у меня будут в описании под видео. Подбираю по размеру ногти дизайн, приклеиваю их и отрезаю излишки. Пинцетом хорошо прижимаю боковые стороны полосок во избежание отслаивания. Салфеткой прижимаю полностью и убеждаюсь в хорошем прикреплении. Так как я использую гель-лак Metallic, наношу на ногти базу, хорошо сушу и снимаю липкий слой. Выбрав цвет фирмы Tatnail Metallic номер 2, приступаю к покраске. Сначала рисую лунку тонкой кистью. Затем покрываю выбранным гель-лаком первый слой и даю ему хорошо высохнуть, чтобы он приобрел металлический эффект. Этот цвет я покрыла в 3 слоя, так как 2 было недостаточно. Подпиливаю торец, чтобы избежать скалывания материала. Покрываю специальным топом для гель-лака Metal Effect. А потом вторым слоем перекрываю ногти с золотыми полосками, уже обычным топом с липким слоем. Снимаю липкость. Наш дизайн готов. Желаю вам удачной работы!